Владельцы торговых центров, в том числе расположенных и в Твери, предложили федеральному Минпромторгу меры поддержки ритейлеров и производителей одежды. В частности, речь идет о предоставлении грантов на оплату аренды для российских производителей. Считается, что это поможет заменить иностранные бренды, которые приостановили работу в России, и на них приходится, по некоторым данным, до 20% площадей в моллах. По данным РБК, соответствующее письмо министру промышленности и торговли Денису Мантурову отправил Российский совет торговых центров, который объединяет собственников и управляющих торговыми центрами в нашей стране. Среди прочих в него входит, например, группа «Ташир», которая владеет и тверским ТРЦ «Рио». Предприниматели предлагают на законодательном уровне поддерживать развитие производств, решать вопросы с закупкой и доставкой материалов из стран Азии. Кроме того, для дружественных государств в РСТЦ высказывают идею отменить либо сократить таможенное декларирование.